Для многих россиян День Победы – любимый праздник. В горках Ленинских с самого утра на улицы вышли не только ветераны, но и дети, которые с уважением и пониманием относятся к героям нашей страны. Началось все по традиции с минуты молчания и возложения памятных цветов. После торжественной части в небо взмыла стая белых голубей. И люди с портретами своих родных, выстраиваясь в колонны, прошли торжественное шествие в бессмертном полку. Семья Кругловых не только ежегодно приходит почтить память погибших, но и продолжает поиски пропавших без вести. Мы начали искать могилы, решили, что надо, в общем-то, никого не обидеть и всех наших прадедов, дедов вспомнить и поблагодарить и пройти бессмертным полком. Это крайне важно. Крайне важно для того, чтобы наша страна нормально жила в последующие годы, чтобы дети наши жили хорошо и радостно, и чтобы был мир. Глядя на единение людей, понимаешь, что каждый готов на подвиги не только ради благополучия своей семьи, но и всей нашей страны. Это особенность русской души. Вот он, скажем, ничего не имеет, но он идет на фронт. Он идет. Это, помните, эти прекрасные эти лозунги. Ни шагу назад. Не это самое, позади Москва, как там говорят. Все равно и ребята молодые шли. На празднике работало множество интерактивных зон. Была развернута полевая кухня и представлены автомобили военных лет. Также дети с интересом играли в шахматы, рисовали и знакомились с боевым оружием. Школьницы в форме фронтовиков помогали пожилым и поздравляли ветеранов. Лично для меня это очень важный, великий праздник. Он один из моих любимых в году, потому что я правда горжусь своими предками, своим прадедом и прабабушкой. Они участвовали в войне. Завершением праздника стал концерт. Народными коллективами со сцены были исполнены песни военных лет. На лицах людей в этот день отражались радость и гордость за героев нашей Родины. Алексей Мельников, Николай Карбанов, Елена Кошелева. Видное ТВ.